Здесь, на одной из оживленных улиц города, на улице Парковой, находится здание поликлиники номер 2. Сейчас оно закрыто на ремонт, но совсем скоро преобразится в соответствии со стандартом наша поликлиника, где теперь получить консультацию врача, справку или пройти вакцинацию. Прием эндокринолога, гастроэнтеролога и кардиолога идет во взрослой поликлинике, расположенной на улице Фрунзе, дом 1. Также кардиолог принимает во взрослой поликлинике больницы имени Гольца во Фрязине. Проктолог, невролог и офтальмолог принимают в поликлиническом отделении взрослой поликлиники номер 2 на Заводской улице, дом 4. Чтобы проконсультироваться с травматологом, урологом и хирургом, обратитесь во взрослую поликлинику номер 1, корпус 1 в микрорайоне Финском. Чтобы получить неотложную помощь, справку в один шаг или пройти лечебно-профилактические процедуры, далеко ходить не надо. Это можно сделать в лечебном корпусе номер 2 стационара на улице Парковой. Здесь также принимает врач-терапевт, есть кабинет льготного лекарственного обеспечения, смотровой кабинет, можно пройти диспансеризацию и сделать ЭКГ. Информацию о приеме пациентов можно найти на сайте Щелковской больницы или перейдя по QR-коду, который вы видите на экране. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.